инструментов. Начну с вот этого. Это нам пока не надо. Нужно отметить ту сторону, где ключ будет. Быстро отсоединить все это дело, чтобы не распалить микросхему. Приступаем ко второй части. Берем вот, укладываем ровненько и начинаем вычищать. После того, как зачистили, нам нужно будет ключом вверх, в моем случае, приклеить ее вот сюда. Ровно посередине. Но поскольку у меня вот эта вот штука Zipperhex, надо будет ее еще вот так вот шлифануть. Ну и приступаем к склеиванию. Главное придавить края, чтобы ничего не выступало. Для этого нужна будет отвертка. Вот и все. Сэндвич готов.